Регионы России постепенно отменяют запись к врачам через регистратуру. Так, например, с 1 сентября этого нельзя будет сделать в поликлиниках Московской области. Попасть к нужному врачу теперь можно будет по записи через портал госуслуг, сайты лечебных учреждений, либо через информаты, которые установлены в каждой поликлинике. Как обстоит дело с электронной записью в нашем регионе? Ульяновская правда решила узнать у министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Рашида Абдулова. И мы готовы расширить эту услугу и вообще полностью все перевести на электронную запись. Но мы абсолютно понимаем, что у нас есть люди серебряного возраста, которые не всегда владеют возможностью такой записи, что для них это будет серьезные проблемы. Так что всем, кто с интернетом пока еще не на «ты», переживать не стоит. В области продолжится запись как через обычную регистратуру, так и по телефону поликлиники. Наряду с сайтом «Доктор-73», интернет-ресурсами поликлиник и информатами в лечебных учреждениях. Кстати, еще об электронных сервисах. Область развивает их, количество услуг больше, чем во многих регионах России, даже наиболее продвинутых в информационных технологиях. Но я подчеркиваю, у нас возможность самозаписи абсолютно открыта. В том же московском регионе она очень жестко отрегулирована, и практически возможность самозаписи к многим узким специалистам отсутствует. И это идет только с назначения врача-терапевта или врача общей практики. Тем не менее, прогресс не стоит на месте. Федеральное Минздраве сообщает, что к записи только через онлайн-сервис со временем придут во всех регионах. Вопрос – когда? Егор Титов, Юрий Конихин, новости дня, Ульяновская правда.